носить. Так, метки ставят, это непонятно. Себя. Ну, он наперед ставит, он за нами едет. Останавливаемся, спешиваемся. Ну, машину припаркуйте на обочине, пожалуйста. Костя, Костя. Отгоняй, что дальше, не умирай. Бля, ты гонишь, конечно. Тут уже может быть противник. Кого-то подавило? Нормально, нормально. Он живой, у нас медики с палаткой. Машина. А зима движение востока, так понимаю, правильно? Да, вдоль дороги идем. Движение. На востоке контакты там далеко. Все что, медики будут ехать на нашем рампе. А? Нам сказал, что я видел прицел и нас навел. Зачем? Светится сильно светом. Понял, выкинул нахер. Контакт. Сдаю назад. Я тебя подстрелил его. А, он палец. Труба, он полетел отсюда. Это наш выстрел. Наши врага. Били врага? Так, так, у нас раненые есть. Где? Пытаюсь обнаружить вот здесь. Стабилизирую. Дымак ярче, где он? Завязывай, тащи, там я прикрою. Отделение, остановитесь пока. Займите оборону около машины. Дымак?
контрольные, контрольные. Живой был. Это медик вражеский. Где наш труп? Ну, наш несу, раненый. Несу. Давайте. Сейчас перекличку сделаю. Отвечаем. Чумба на связи? Чумба здесь. Эриксон. Эриксон раненый, возможно, тогда. Антик на связи. На связи. Суслик. Суслик на связи. Макс на связи. Ты жива? Я сейчас. Здесь, рядом. Так, я считал два. Это потеря, шайтан на связь. Здесь, рядом с тобой. Медицину угрожу. 508 живой. Отлично, у нас пока две потери. Это и суслик. Медицину закинул вражескую в тачку. Драга, отходил я, Витан тут. Витан тут. То есть потеря. Нет, у нас потеря все равно торпеда и суслик. Слушай, Койра, не махнешь оптику на бинокль? У меня и оптика, и бинокль. Ля, ну тебя никак не подкупить, да? Не, так я могу отдать, вряд ли мне придется стреляться. Ну я ж про это, из тени нужно. На мосту машина. На мосту машина, да, попёшь, да. Все, спасибо, удачи. Ну вы можете посмотреть, что там да, будет. Да, она перегорожи, сделала дорогу. Перегородил, остановитесь тогда, сейчас это будем ждать. Под мостом могут все еще сидеть. Да, закид, закид. Проверяйте все, что там, что где может быть. Стрельба у кого? Врага убил. Да, с севера, с севера стрельба тоже была. Северо-восток. Кто врага убил? Ярче. Что-то поехало на севере от нас. Возможно, гражданская машина. Ярче, давай! Застрел? Да, застрел. Как не попал, нифига. Эй, тихо, машину не взрывайте, вам ее тогда надо будет, блин. Машину другую я остановил. Отлично. Чистите пока мост рядом с ним, сбежать сюда все. Будем сейчас менять машину вражескую. Эриксон, садись в машину. Добил. Добиваю.
Насрать. У него взрыватель был, он походу мост подрывал. У мертвого противника взрыватель с собой был, он походу взрывал. Возможно, это сработала мина, которая это на кнопке мертвеца. А, нет, в гуляр. Там слева от дороги, видимо, фугас еще один лежит. Прям на повороте за Волгой. Если пострелять, он взорвется? Да, взорвет. Не подходите за Волгу дальше. У нас на востоке от Волги контакт, метров 50 от дороги. Кого-то, возможно, убили. Тот, кто раненого, блядь, тут спак стоит, сука. Раненого лечат медики. С юга дороги еще противник. Чуть дальше, чем вы. От камней север метров 30. Черная форма. Движется или что? Он лег за камнем. Нет, это не он работает. Чум базимут 120 контакт. А ты работал 100 метров, я работал, я. ГПшу туда. Пулеметчика убил какого-то там. Чумба ранен. Понял, где? Нашел его. Камни от лавки на западе. Ярче, ты у дерева сидишь? Я у дерева. Пройди на восток ко мне, метров 20. Лечи его, я торсом не бинтую. Ну, сейчас я тебя заберу на машине. Три бинта уже завязал. Называйте свои имена и ставьте на себя метку. Я вас отсюда буду забирать сейчас. На метке, но здесь рядом противник. Мне бой, правую ногу бинтую. Вмещайся к дороге. Гео, когда увидишь машину с М2, скажи. Я остановлюсь, заберу тебя. Вы в какую сторону движетесь? Так, вроде все. Починили. Ты ему что-то вкалывал? Сейчас. Нет, ничего вкалывал. Еще не кал. Окей. Блять, он что-то молчит. Типа надо это делать. Надо его к тачке отнести. Хватай его, понесли надо, к тачке. Сначала его надо поднять через 5 минут. Скажи что-нибудь.
никто не сомневается. Я запомнил, где он, если что. Вот машина, зачем к машине ранено? Сейчас наша машина движется, проезжая поворот. Они, по-моему, сдвиг делают. Блять, сейчас. КВ. Проверка КВ. Блин, они что, так уехали далеко? Да не, не может быть. Ладно, чат, если ярче выживет, продолжение будет на его канале. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.